Симферополе состоялась первая репетиция парада к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Всего репетиций будет три. Еще две пройдут в четверг, 18 июня, с 18 до 22, и в субботу, 20 июня, с 8 утра до 13 часов, передает РИА Новости Крым. Место проведения репетиций – проспект Кирова от площади Аметхана Султана до площади Куйбышева и улица Севастопольская от перекрестка с улицей Козлова до пересечения с проспектом Кирова. Также будет перекрыт участок улицы Турецкой от перекрестка с улицей Сергеева Ценского и улица Пушкина в районе пересечения с улицей Самокиша. Автомобилистов предупредили, что во время прохода техники и войск на этих участках запрещено парковаться. За нарушителями следят эвакуаторы. Окончательное решение о проведении Парада Победы в Симферополе 24 июня глава Крыма Сергей Аксенов принял, несмотря на то, что первоначально отказался от идеи проводить парад в столице Крыма. Он планировал ограничиться парадом в городе-герое Керчь, однако изменил решение после, цитата, «длительных консультаций с Министерством обороны и Роспотребнадзором», сообщил Сергей Аксенов.